Аминь, спасибо. Слава Богу. Давайте откроем Евангелие от Луки, 24 главу, с 30 стиха прочитаем. «И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге, и когда изъяснял нам Писание». Итак, это будет как бы продолжением размышления над вчерашним словом посвящения перед молитвой, которая, в свою очередь, была основана на слове посвящения по 92-му псалму, где говорилось о престоле Божьем. Интересно, размышляя об этом удивительном отрывке, мы видим два вида изъяснений. Это изъяснение Иисуса Христа, которые оживляют нас, и изъяснения собственные, которые могут и на самом деле приводят нас в тупик. Да? Или, духовно говоря, приводят нас в состояние Адама. Вы знаете эту удивительную историю, она великолепная, в общем, как и все истории в Библии. Ученики Иисуса Христа идут в Эммаус, идут, и сначала не говорится, какие у них рассуждения, а говорится сразу же о том, что Иисус приблизился к ним, да, и задает им вопрос, о чем это вы рассуждаете, да, и уже в общем-то, понятно, становится понятно, что рассуждение Иисусу Христу не нравится. А позже раскрываются, какие это рассуждения. И тогда они задают ему вопрос, неужели ты не знаешь, что произошло? Неужели ты, как здесь говорится в Писании, неужели ты не слышал о том, что произошло с Иисусом Христом? И дальше мы видим по этой истории, давайте обратим с вами на ключевой также момент 24 главы, вот эти три, так сказать, характеристики их рассуждения, это то, что они сказали об Иисусе Христе и как они его видели, и сказал им о чем, да, Иисус Христос говорит. Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом. Итак, сильный в деле, скорее всего, они воспринимали его, не скорее всего, а дело это было для них человеческое. Да? В слове также человеческое. И здесь очень важный момент описывается пред Богом. Это говорит о том, что они не воспринимали его как Бога, а воспринимали его таким, каким им было приятно воспринимать. Человеком сильным, в слове и деле, но чтобы это был просто человек. Чтобы не было этого, так сказать, теантрического действия, где Иисус Христос является на 100% Бог и на 100% человек. Они не видели его дальше человеческого могущества. И они не видели его также в Божьем могуществе, а именно в действии мессианском. Могущество, которое не то чтобы смирило его, а смотивировало на эту любовь стать этой овечкой, которая, словно овечкой, которая позволила людям распять его. Они не видели этого откровения, что за этим скрывается, когда говорили, что первосвященники и книжники распяли его. И мы видим, что эти изъяснения, эти рассуждения привели их в тупик. И дальше они идут, но Иисус мы здесь, мы, как мы видим, уже не смог выдержать, и он начинает, он сначала
укоряет их, мягко говоря, и затем говорит, что это не книжники и фарисеи, это не книжники и начальники осудили меня на смерть. Да, а как говорится в 20 стихе, а как говорится в 26 стихе, что это надлежало так пострадать Иисусу Христу и войти в славу Его. Это был план Божий, чтобы могущество Бога явилось именно в мессианском действии, где Иисус Христос становится агнцем, овечкой, как описывается в 53 главе, который дает себя распять в Божьем плане ради спасения всех. И так он изъясняет им от Моисея и через всех пророков. И Моисея, мы можем сказать, начиная с Пятикнижия, с первой главы Бытия, да, поскольку многие теологи склоняются, что Пятикнижие в большей своей части написал Моисей. Итак, мы с вами видим, что Иисус Христос препятствует их собственным изъяснениям и говорит, и начинает говорить свои собственные изъяснения о самом себе, что сразу же воздействует на них. Размышляя об этих двух изъяснениях, я, кстати, и назвал так это небольшую мысль, собственные изъяснения или изъяснения об Иисусе Христе, о самом себе. Вы, наверное, не раз в школе слышали, как учителя, когда ученики буянят, говорят, могут сказать в гневе, «Ты сошел с ума!» Слышали такое, да? И это, к этому можно духовным образом отнестись двояко. Да? То есть, духовным образом мы видим с вами, что в Адаме мы все сошли с ума, с того совершенного ума, где, когда еще не было грехопадения. И если обратить это уже к верующему, Иисусу, к верующему человеку, это можно сказать следующим образом. Не сходи в изъяснение человеческие. Да? Не сходи с ума Христова. Потому что там будет один тупик. Понятно, нас могут окружать те ситуации, которые мы не ожидали. Мрачные, как и здесь. Да? Было достаточно мрачно, когда они шли в Эммаус, не только внешне, но и внутренне. Но как только они были поглощены этой любовью Иисуса Христа, и здесь, кстати, мы видим, что это Иисус сам втянул их в эти изъяснения. Опять же, мы видим, что это Иисус Христос сам служит. Как только они поглотились в изъяснения Христа, внешне ничего не изменилось, но внутренний мрак сменился горением и радостью в Иисусе Христе. Как здорово! И это то же самое происходит с нами, когда мы поглощаемся и пребываем по повелению Божию в изъяснении Иисуса Христа. И это происходит каждый день, как происходит у нас сейчас, через слово посвящения, когда мы исполнены Духом Святым, обращены в эти изъяснения, мы, как здесь описывается, они не хотели его отпускать, как здорово, да? И для нас духовным образом тоже то же самое. Мы не хотим упускать слова Иисуса Христа, проповеди Иисуса Христа, встречи Иисуса Христа. И это внутреннее наше оживление, которое оживляет нас, что бы ни происходило. И это укрепляет нас в следующих моментах или в следующих основаниях, которые утверждены уже Богом, что мы защищены с вами раз и навсегда. Мы защищены вечной защищенностью, вечным спасением. И не только этим, но мы защищены и практическим спасением на каждый день. Даже тогда, когда внешне может быть мрачно. Но как только мы поглощаемся в изъяснение Иисуса Христа, Он все разъясняет нам и говорит, что Он за нас, и все в Божьем удивительном плане, и внутренний мрак сменяется светом, да, светом оживления изъяснением Иисуса Христа.
И также от этого горения, которое у нас, Бог способствует тому, что как здесь ученики эти пошли рассказывать об Иисусе Христе своим друзьям, другим ученикам, так и нам хочется рассказывать. Это также Божье действие. Да? Это Он ведет нас, потому что Он сам говорит, и Он не может молчать в нас. Потому что мир поглощен в этот мрак, да? В собственные изъяснения, изъяснения человеческие, откуда он не может вылезти. Но он шествует и идет через каждого верующего и говорит об этих удивительных изъяснениях о себе, которые и спасают человека. Аминь. Благослови вас Бог.